И всем привет, дорогие друзья, с вами Рамзас, сегодня будет обзор на сервер. Сожри меня полностью, офигенно зомби сервер, IP, группа ВКонтакте, все будет под описанием. Давайте сделаем обзор на магазинчик, сперва с магазинчика начнем, потом классы зомби, потом и так далее, пойдем. И эпидемия, я дьяволом стал, Каев. Идемте убивать, вот у меня самурайский, жердяй самурай, короче. Этого убил. Так, надо выжить. Не, выжившего как-то странно убивать, потому что... Блин, зачем разбрасывать эти гранаты? У меня лагает из-за этого. Так. Так, этого убил. Так, мне дает 10 паков за то, что я убиваю. Или стоит. Я вроде админ. Мне за убийство должны давать по 10 паков, по идее. Эпидемия. Тут два босса, то есть выживших. И... О, у меня новый левел, и мне дали 200 паков. Ох, нихера, достиг второго уровня, бонус и систему. Это офигенный зомби-сервер, тут можно апать уровни, и вам халявные такие подарочки идут. Так, о, я дебил. О, маленько осталось. Так, этот остался. Угу. Его можно так добить. Так, убил. Так, где... Оттуда что ли? А, ясно. А откуда, как мы туда будем забираться? Так, туда в принципе забрать нельзя. Так, да, дьяволом туда забраться никак. Можно, конечно, смотрите. Винзе плюс кук. Срабатывает, да? А что у меня паутинка не... Ладно, забили. У меня что-то паутинка не пускается. Ну, ладно, многие почему-то жаловались, что видео очень грустно. Не знаю, мне нормально. Ну, в прошлом видео, да, очень грустно какое-то было. Но сегодня я чуть-чуть в настроении, да, так буду снимать. Думаю, буду снимать, не знаю, чаще, чем прошлое, да. Я каждую неделю выпускал, сейчас может быть, буду выпускать как, каждые 3, 2 или может 4 дня даже. От настроения, от времени, график точнее зависит это все. Так, ох, так, а как мы туда должны забраться, вот у меня такой вопрос. Это вроде не, в смысле незаконно, ну как незаконно, а все, он слез, кажется, его убили, пацана убили. Так, давайте это, давайте проверим нож Hammer Ice. И давайте как математики решим это. Так, минус 11 23, вроде 24, кайф. Все, ладно, я больше не буду. Это законно? Ну, допустим, давайте покажем выше. Вот он такой. Так, вот. У него зеленый топор. Так, давайте пока я зомби, посмотрим тут классы. Классик баланс, быстрая скорость, большой хп ловушки плюс 2, двойной этот дамаг, хищник разгон, шаман отнимает хпм, то есть на Е нажимаете, он орёт. Ревенант Айс Вип, Ревенант Драгон Админ. Это все неинтересно, ну поясни, допустим. Это уже Dead Gamer, это третья привилегия. Давайте цены тогда еще посмотрим, а то за зомби нечего уже тут это делать. Что у меня купить? Айс так нажму. Айс админка. Айс там. Ну помню, что. Так, что мне сделать? Я примерно цены не знаю, там вроде випка стоит 100 рублей, админка 150, Dead Gamer 200 или 250, так можете у админа, я все оставлю по этой цене. Такс. Угу, так. Как открывать это меню, я даже не знаю. Так, мне что сделать, а? Я могу, в принципе, слева... экраном могу поставить типа цены, написать сколько что стоит, но да, ладно, потом это что-то придумаю. Ладно, допустим, давайте так, я выбрал, да, класс, кого там, времена поздно, да, я выбрал этот. Тут есть привилегии, давайте о привилегиях расскажу. VIP админка — это все дефолтное, а вот Dead Gamer — это такая привилегия, которая входит и випка, и админка, плюс дается топор зеленый, да. Плюс Ревената Poison дается, плюс дается Dragon Lore. Да, тут есть Dragon Lore. Я скоро вам покажу. Dragon Lore, да? Что еще в это входит? Ну да, короче, он крутой. Его, короче, отличается от админа и випа тем, что у него есть своя модель.
свой ножик, плюс меню какой-то там, я не помню, и есть у него Dragon Lore. А этот Dragon Lore убивает зомби с одного, с одной там пули, то есть снимает 10 тысяч хп. Ну, жаробас, сколько у него там хп? Должно быть больше 10 тысяч, его с одного не убьешь. Или у него ровно 10 тысяч, я не помню, в общем, надо жердяй, кажется, с двух пуль хотя бы убивать. Или там с чем-то добивать. В общем, Dead Gamer — это хорошая привилегия. Заходим, короче, покупаем. Цены тут очень маленькие, да. Тут можно еще аму меню себе сделать, там очень много привилегий. Можно сделать себе бесконечные патроны, можно купить даже Dragon Lore. Dragon Lore вроде на месяц 100, потом идет 150, потом 200 рублей, это уже там на 3 и так далее месяц. Там навсегда вроде стоит 200 или 250, точнее, или 300, или вообще 400, потому что Dragon Lore — это имба. Вы можете уровень копить и аму зарабатывать параллельно. В общем, классно. Такс. Почему-то купить VIP у меня не работает. Знаете, сколько там, 30 секунд, да, осталось? Ладно, давайте вам вот так покажу. Заходим обратно на сервер. И вроде в начале показывается. Сейчас его, как всегда, долго загружается. Вот менюшка, да. VIP на месяц 100, 150, 250 навсегда. VIP плюс админ навсегда 300 рублей, на месяц 150 и на 2 месяца 200. VIP плюс админ DG 1 месяц 250 рублей. А, да, DG, это Dead Gamer, стоит 250 рублей. Бесконечные патроны месяц 50 рублей, он нормально. А мы меню 50 рублей. А вы по Dragon Lore месяц 150. А, со 150 начинается, ага. И вот, самое лучшее, VIP админ плюс DG плюс AWP плюс AMO плюс патроны. Месяц там 500 рублей. Это очень, не знаю, дешево. Потому что сколько там функций входит. Так, вот. Это уже для админов топор. Тот, который я взял, синенький, это вроде замораживает. Да, замораживает полностью. А этот поджигает. Сейчас давайте проверим даже. Да, поджигает парень. Так, а что интересно? Вот, жаробас. Вот, это взрывается, мне интересно, или просто огненный эффект дает? А, я знаю уже один баг. Так, дракон. Давайте проверим. На что эта крошка способна? Так, я косой. Так, убил. С одного патрона. Так. А, я уж подумал. Вот, Dragon Lore, не знаю, красивый. Он по скинам очень дорогой, очень красивый. Если, так, в CSGO считать. А на этом зомби-сервере стоит 150 рублей. Да, прикольно. Ух, ёшкин, вот это. Это сейчас это бомбанул, что ли? Мощное оружие. Так, убил. Кстати, Dragon Lore, если вы купите, нельзя раздавать. Или хотя... Хотя не-не-не. Да, по-любому, вы, если дадите там другу, у него простой, кажется, ВП сделается. Так, я показываю просто... так, ясно. Давайте я показываю на обзор просто... так, допустим, так, да? Ну, на, бери. Блин, АВП взяли. Так. Хоп! А мне? У тебя вроде берется. Ладно. Нет, мне. Привет. А, чё паутинка? А, ох, паутинка какая красивая. А, я понял. За дьявола, значит, за зомби нельзя юзать паутинку, а за человека... А, тут лимит, да, кажется? Стой. А, да, не работает. Да, лимит тут там 5 штук вроде надо юзать. Ладно, забили. А, так, магазинчик мы вроде все проверили, да? Давайте Grand Antidote кому-то там скинем. А, вот, School 2. Вроде не проверяли. А, магазинчик, да? Давайте магазинчик тогда проверим. А, так, первый у нас SF1 MG. То есть я показываю те, которые новые. Старые я не буду показывать. SF1 MG. Так, это такой... А, это, по идее, это Avalanche. Так. Следующий — это SF Bullpup. Ага. Следующий — это Cold King Cobra. Такс. Blaster Gun. Очень красивый. И эффект спрайтов дает. Кстати, тут Dragon Lore. Есть правило, вроде нельзя брать Dragon Lore, когда на сервере. То есть именно зомби, там 10, минимум 10 штук должно быть их. Максимум, точнее. И... Да, вот почему мне говорили, типа, рандос, бикини, АВП и так далее.
Magnum Drill у нас тут есть. Это очень такой сильный, сильная дрелька, так скажем. Хоп, ай, не коснулся, тварь. Так. А, тут... Это еще сейчас было, я не понял. Хоп, да, убили. Жестко убили что-то ее. Иди сюда. Ух, ё. Это ВСК и... ВСК? Да, ВСК и АВП, да, кажется, кинули. А вот... так, у меня простой АВП, да, я говорю, простой АВП выпадает всегда. Так. Этот, короче, дрель сносит очень хорошо. Я откинул, да, ее, кажется? Где оно? Где оно? И лол. Лол, где? Ладно, забили. Давайте... А, блин, даже это кончилось. О, дрель, там акула еще. Значок акулы стоит. Тикл, и давайте возьмем хаммер. Так, лучше продолжение возьмем. Так. У меня лагает, жестоко лагает что-то у всех. Так. Ага, продлен. Продлен на 14 минут. Давайте за 14 минут, думаю, закончим. Так, сбежал заразить. Бог. Чего бог? Буховой. Буховой, блин. Что-то не смог прочитать. Думаю, вам этот ролик понравится. Понравится. Чуть-чуть был веселым. 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 А то я не знаю, как может тут повеселиться, потому что тут правила есть. И да, тут начнут админы, типа, вот, карусель, давайте. Я... тут бинг, кстати, есть. Он так выбрасывает, а то невозможно же сразу заходить в меню. И это вот, ваш комп, не знаю, там, вашего компа там миллион FPS должен быть, чтобы вы так кидали это все. Есть там пинт, я, конечно, я бы скинул вам в описании или в комментариях, но я не знаю, я помню, конечно, но не знаю, как делается, я уже забыл. Можете у главных админов там сказать, вот у этого 100 тысяч амов бешеный. Вот, ДГ топор. Вот там еще. Ищем красивый. Это Dead Gamer, ДГ, блин. Диджей, короче, будем наживать. Хотя диджей там с большой, с другой диджей. А, да, можно тут там написать, и можно сверху слева. А, не-не-не, сверху слева мне не надо. От третьего лица нужно. Карабин. И шестой геймер поясен. О, что-то с третьего лица лагает. Не, у меня лагает только. Ай-яй-яй. Хоп. Хоп, хоп. Блин, так, по идее, так странно играть. Скоро Новый год, да. Скоро. Через там сколько? 40 или 45 дней будет Новый год. New. Так. New Year будет, короче. Рома, что-то пишут там. Рома. Нормальный вид. О, с нормальным видом не лагает. Кстати, у меня FPS нормально стал. Нормальный стал. Потому что я из-за этих цветовых гранов у меня лагало, но я что-то там сделал, короче, баг. Короче, исправил это все. И у меня более-менее 50 FPS, FPS, 60 даже сейчас. Этот, колебается, или как там, я не помню. Ладно, допустим. Так. Пусть остается на поясе, но он красивый такой. А, поясе, мы же не проверили у него этот способность, что он делает. Либо он отравляет, либо что-то еще. Либо поджигает. Одно из двух. Так. Можете зайти, кстати, на сервер. Я вам могу дать паков. Но не сильно много, там, 1000. С этим 1000 вы можете потом завоевать сервер. Этому. А, да, кстати, давайте. Мы, в принципе, вроде все проверили, да? Ну, есть, да, дальше. Допустим. И есть у нас тут винтовка Сприфл какой-то есть. Ну это вы все знаете, вот это очень красивое, вот это. Я дальше просто дрели не стал показывать, потому что это все знаете, кроме Deagle Burn Beast. Это возрожденный Deagle монстр, типа того, короче. Вот, он не то что стреляет, да, он может еще бить этим ножом. И дамаживать если. Сейчас убью его. Сейчас надо почитать. А, у него дагмаг очень маленький, там 200 где-то, 100, и то я в этот спину бьет. Когда берется очень красиво, он там бьет. Хоп. В общем, какой-то игре это, не помню, Crysis, точнее, или что-то еще, типа того, я не помню уже. От третьего лица какая-то там игра, или от первого. Хоп.
Ух, ё, это он ливнул или улетел? Хоп. Хоп. Вот тут паутинка очень такая красивая. Так, давайте еще раз возьмем. Вот, Dragon Lore, в общем, так выглядит. Я сразу говорю, я бы вам дал бы Dragon Lore, но. Тут в том-то и дело, что если вам дам Dragon Lore, у вас просто пропадет, он тупо пропадет. Ну как в смысле пропадет? Он просто станет простым АВП. Можете купить там АВП, либо можете купить DGAdmin, но советую этот Dead Gamer купить, потому что, ну, сами понимаете, DGAdmin там не только у вас Dragon Lore, там нож и так далее, все будет там бесконечная ама и так далее. Ну не знаю, покупайте что хотите, но главное, чтобы покупали. Я не буду стрелять. Вот, выбросим. Оп. Тум. Ага. Тут этот баг не работает, да, кажется? О, тут. Тыка. А что такое значит? Тихи-ти. Тиксти. Рамзес что-то написали. Я не понял, что это такое. Может, он сказал, типа, выбрось. Так, у меня залагало одну минуту. И вот мы продолжаем. У меня херня как-то выскочила. Так, вы видели, если вы видели, не знаю. Странно было это все. Оп. Оп. Не-не-не-не-не-не, парень, полегче. Узбагузи. Будем покупать броню. О, прям. Не, так мы ее не убьем. Так. Давайте возьмем какое-то оружие. А, тварь. А сколько ты сносит, интересно? Ух, ё-моё. ДГ админская херня очень много сносит. Плюс дает отравление или там огонь. Зеленый огонь дает. О! Не-не-не-не-не-не. Ух, ни хера. Видели? О, за ней. Моя добыча. Ох, ёшки. Короче, покупайте Dead Gamer. Очень прикольно. Думаю, вам, короче, выпуск понравился. Чуть-чуть был веселым, даже не чуть-чуть. Короче, много повеселились. Я могу потом что-то еще записать по этому серверу. Ну ладно, допустим. У меня тут привилегия смотритель, но... Тут там разницы нет, смотрители и плюс админ, плюс VIP, плюс этот сражение Египте. Да. Ну, я вроде помню. Такой ник, да, я помню. Ну, у всех был такой ник. Извращенец. Тут минус 21, плюс 22. А я тупой, короче. Sorry, I'm stupid. Полтажи. Ага, ничего-то я не понял. Охотник за головами. Тут какой-то клан у них есть уже. Бонзука, Сибиряк, Андрея Профи, Адекнайф Фараку. Фан-фан, как дела? Этот Джон Сина. Джон Сина. Бешеный. Батя в здании. Ясно. Так. Такс, давайте... Вот, уже рабасы. Давайте возьмем, кстати, гранат антидот. Во, как гранат антидот. Я думал, как-то странно может быть. Нет, нормально вроде. Никого нельзя, да, излечить? Давайте этого паренька излечим. Пусть. А? Лол. What the hell is what? What's going on? Да, я его вылечил. Да. Я медик. Ладно. Ой-ой-ой, я нихера не вижу. А, у меня, кстати, бесконечный патрон, и лол, я не замечал. Так, этого надо. Ай, блин. А, что тут? Улетел, что ли, куда-то? Ладно. Этого убили, твари. А где шаман? Куда шаман пропал, я не понял. Халявная добыча. О, мне сколько там, две экспериенса дали или одну? Не-не-не-не, пацаны. Ладно, можно в принципе заканчивать. Ставьте лайки, комментируйте, с вами был Рамзес, всем удачи и всем пока.